то их якось лечить. Лікувати, да. Яким чином? Конечно. Ну, я думаю, что это не должно быть принудительное лечение. Это должно быть самостоятельное решение человека, который признает, что да, я 20 лет своей жизни занимался неизвестно чем, то есть, или там 30 лет, да, то есть занимался неизвестно чем, использовал свой орган, который нужен совсем для других вещей, то есть, нетрадиционных целях. Понимаете? Говорили про исследования испанских ученых, да? Если нам завтра сообщат, что исследования ученых из Бангладеш подтвердили то, что 98% скрытые зоофилы, что тогда? Тобто, конкретнейше с этого. Конкретнее я могу сказать, потому что мы идем на поводу всевозможных новейших открытий. Вот новейшие открытия. Нам сообщили, забросили мульку. Открыли испанские ученые ген или там магнетизм или еще что. Может, он магнит в карман положил, я не знаю. То есть, это глупо идти на поводу вот таких вещей. Дальше, Святослав, вот у вас имя хорошее, Святослав. Святослав говорил о свободе выбора. Завтра гомосексуалист, то есть у них есть свобода выбора, да, то есть свобода выбора у человека. Вот у меня, вот завтра гомосексуалисты решат, что у них есть право осуществлять половые акты на Майдане независимости. Они будут это делать там. У них есть право. Я думаю, это недостойная поведенка, и если бы там гетеросексуал... Это достойное поведение. Вот это. Вы говорите дальше. Вот эта барышня сказала, что они не пропагандируют это. Нет пропаганды. Жилин, извините, за что суд там присудил? Смотрите, что происходит. У них сейчас все ссылаются, гомосексуалисты ссылаются на прецедент судебный с неким студентом МАУПа. Студент пришел, всем объявил. Причем объявил всем. Я не прихожу, допустим, когда я приходил учиться в университет, я не говорил всем, вы знаете, я со своей женой, там занимаюсь сексом вот так или вот так. То есть, это кому это надо? Пришел студент, заявил об этом всем. Я гомосексуалист, вы знаете, я гомосексуалист. Он всем об этом рассказал. Все подумали, ладно, пусть себе учится, правильно? Потом этот человек распечатал листовки и расклеил их по всему университету. Естественно, после этого его попросили. А после этого идет подача в суд. То есть, и сейчас этим прецедентом гомосексуалисты очень гордятся. И суд Голосеевский восстанавливает его в университете, и университет ему отдал 600 гривен, еще там какой-то компенсации. Вы понимаете, что происходит? А происходит гомодиктатура. Сейчас нам это кажется все не проблемой. Потом это станет проблемой, потому что человек гомосексуальный придет устраиваться на работу. Чего-то нам сдается, это проблема. Вот человек кидает семью, с которой прожил 15 лет. Это проблема. То есть они могут включать клоунов и говорить, посмотрите на нас, мы нормальные. На самом деле это ненормально, потому что потом придет устраиваться человек на работу, положит ноги на стол и скажет, я гомосексуалист. Он не умеет писать по-русски, допустим, он пришел литредактором, его выгонят оттуда с работы, но его не примут. Он пойдет в суд, и суд его восстановит. Это будет проблемой, потому что это гомодиктатура. И мы, 45 нас, надеюсь, миллионов украинцев, мы сейчас в меньшинстве получаемся. Мы получаемся в меньшинстве из-за 1 или 0,5%. Они рассказывают, что их 10%. Если их 10%, это 4,5 миллиона. Уедьте за 300 километров. Сколько есть городов брошенных? Создайте город, назовите его Гомора. И живите там. Вы закончили, Фанана? Еще нет. Власть продолжит. Еще нет. Кстати, этот город был бы разросся, потому что они рассказывают, что они приносят столько пользы. Они так поднимают ВВП, этот 1%. То есть, они серьезные люди. Они сделают город просто город-сад. Город будущего. Правда, у них проблема есть, они не могут размножаться. Поэтому они сейчас хотят добиться усыновления детей. А усыновление детей, они рассказывают, что дети, которые вырастают в гомосексуальных семьях, приемные, они не перенимают этот опыт. Так вот это ложь. Потому что я хотел быть похож на своего папу. И любой хочет быть похож или на папу, или на маму. Здесь два папы. Естественно, у него это стрельнет, у этого ребенка. Через 20 лет, через 30 лет. Вы понимаете, Чикатило стал Чикатило, потому что он в детстве увидел изнасилование своей младшей сестры. И это у него, через 30 лет у него это стрельнуло. Видите, что происходит? Это проблема, но мы еще, наверное, недостаточно осознаем, что это проблема. Мы играем в политкорректность. Мы постоянно хотим понравиться Западу. Добрый, дякуємо вам за ваш выступ, пане Анатолий.